Ну что ж так по окнам-то не смотришь, по зеркалам? Что поворотник? Пропускать надо сначала поворотник. Пройти надо чуть дальше. Пусть эти педальки. Навалился? Да. Пиздец, жестко вообще. Деньги, как и любовь, любят тишину. Спасибо, Ирина, за мнение. Что думаете, вы нужно ли что-то выставлять? Или зачем вообще поставить прям четкий запрет? Вот у вас внутренний наверняка есть запрет. Я никогда не выложу фотку, например. Или, быть может, есть люди, которые далеки от подобного рода предрассудков, спокойно совершенно относятся к своей жизни в социальных сетях, спокойно выкладывают свои фотографии, и это помогло им в карьере.
кто его знает, блин, азилисты, они вообще бешеные люди, с монтировкой выскочат, блин. Поворачивай. Охуеть, блядь! Вот что, нам надо посмотреть ситуацию. О, блядь. Так а как они так ёбнулись-то? Чё-то не понял. Всё, не едь туда, я боюсь. Живы хоть. Шевелятся. Как они так ёбнулись-то? Скорую надо срочно. Как позвонить? Звони. 911.